Заседание штаба открыл губернатор Алексей Русских. На прошлой неделе президент Владимир Путин провел прямую линию и пресс-конференцию для журналистов, обозначил важные меры поддержки регионов. Одно из направлений – выделение бюджетных средств на развитие регионального и муниципального спорта. Для нас это очень важная новость. Мы продолжим добиваться федеральной поддержки. Например, региону нужен центр адаптивных видов спорта. В регионах продолжится программа развития первичного звена здравоохранения. Проект позволяет обновлять поликлиники как в городе, так и на селе. Еще одна важная тема – развитие транспортной и гражданской авиации. К 2030 году в России планируется выпустить более 1000 отечественных самолетов. Значит, наши заводы будут полностью загружены. Для МС-21 Ульяновское конструкторское бюро по благоустроению делает авионику, а аэрокомпозит «Черное крыло». Авиастар наращивает объемы выпуска Ил-76 и МД-90А. В Министерстве ЖКХ и строительства разработан график дежурств в праздничные дни. Дежурные назначены в муниципальных образованиях и в управляющих компаниях Ульяновской области. Все праздники круглосуточно будет работать горячая линия по вопросам ЖКХ. Телефон 41 48 15. Созданы аварийные бригады, которые будут работать также на протяжении всех праздничных дней. Таких бригад сейчас уже сформировано 298. Они охватывают у нас все сферы жизнедеятельности Ульяновской области. Это и теплоснабжение, и водоснабжение, водоотведение, газоснабжение и электроснабжение. Большое внимание в новогодние каникулы уделят содержанию дорог и работе общественного транспорта. Уже заготовлено нужное количество противогололедных материалов. Установлены дополнительные дорожные знаки «Скользкая дорога». На весь период новогодних праздников продолжится работа диспетчерской службы министерства, которая осуществляет мониторинг за состоянием автомобильных дорог. Работа спецтехники контролируется в автоматическом режиме. На заседании дали комплексную оценку социально-экономического развития районов Ульяновской области. На первом месте – Новоспасский район, на последнем – 24-м месте – Старокулаткинский. Алексей Русских поручил главам районов-аутсайдеров взяться за работу и серьезно подтянуться по просевшим показателям. Общественный транспорт в новогодние каникулы усилят также дополнительными рейсами. Поезда в Москву из Ульяновска и обратно поедут чаще. Со 2 по 9 января самолеты полетят в Санкт-Петербург из Ульяновска и назад каждый день. Валентина Никонова, Марат Мигдеев, Улправда ТВ.